Когда несколько преступников договариваются совершить убийство, каждый из них выступает в своей роли. Один разрабатывает план убийства, другой ждет в машине, а третий непосредственно стреляет в жертву. Но каковы бы ни были роли соучастников, все они убийцы. И любой суд, любой страны отвергнет попытки утверждать, что двое первых не убийцы, так как они сами в жертву не стреляли.